Моя фамилия Герасимова Раиса Захаровна. Я являюсь председателем Косжилмассива «Комсомолец». Мы на данный момент сейчас находимся на пункте выдачи гуманитарной помощи продуктовой из России. Являемся волонтерами доброй воли по выдаче гуманитарной помощи. Это по адресу 60 лет СССР, 16 ДК шахты «Комсомолец». Это у нас один из известнейших ДК. Здесь у нас проходят все мероприятия. И в войну, и в бои мы работали, выдавали гуманитарную, делали инвентаризацию пенсионного фонда, выдавали от Захарченко, спасибо ему огромное, когда у нас было трудное военное время зимой, он по 1000 нам давал подъемные. Вот. И все находилось это на территории ДК. Спасибо большое дирекции ДК, они нам уступили это здание. На данный момент мы выдаем такой категории граждан, как пенсионеры, у кого пенсия достигает 2002 рубля и 2098. Это та категория, которая входит вот в эту сумму. Вот. Даем мы по спискам, строго выданным нам с пенсионного фонда. Но бывают такие случаи, которые не пропущенные люди, нет в списках. Мы посылаем их в первый кабинет пенсионного фонда, это Никитовская администрация, и они нам дают справку, в которой четко указана фамилия, отчество, идентификационный код и сумма, размер пенсии. Мы отдельным списком по ведомости прикладываем документально эту справочку с пенсионного фонда и людям выдаем. Возвращать никого не возвращаем, без помощи гуманитарной никого не оставляем. Особой очереди у нас, да, первые три дня люди узнали о том, что это были, мы выдавали 163-125 в день, работаем мы 4 часа. Это если 240 минут мы разделим на 125 человек, это мы тратили на одного человека 1 минута 8 секунд. Это мы так замерили, у нас работает 10 человек волонтеров, 11 у нас волонтер тоже с центра занятости работает, находится на входной двери, следить за порядком, чтобы строго запускаем людей, чтобы они не мерзли по 10 человек. Они сидят на лавочках здесь, греются в большом там зале. Вот один человек подходит к списку, девочка его отмечает, выдаем гуманитарную. Гуманитарная помощь у нас, мы вам сейчас покажем, это все, что входит в гуманитарную помощь, это вот строго написано. Объявление это висит у нас на входной двери, лежит на столе, где выдается, записывается список. И еще у нас мы повесили списки всех получателей в окнах, вывесили там на территории здания окна. Вот, вывесили списки. Человек подходит, находит себя в списках, смело занимает очередь, зная о том, что он уже эту гуманитарную помощь получит. Не ходит, не ищет, не стоит в очереди, не ждет. Вот, поэтому в эту гуманитарную помощь входит макаронные изделия 4 килограмма, сахар 2 килограмма, пшено 1,9 килограмма, подсолнечное масло 2 литра, консервные рыбные 4 банки, консервные мясные 4 банки. Вот. Люди приходят, все у нас развешено, чистые новые кулечки. Мы развешиваем сами, расфасовываем.